Я сейчас позвонила по телефону, вышла гулять с Бобби. Причем были там еще Моас, еще какой-то друг, застряли в лифте. С Бобби причем еще застряли. Первые ребята и Бобби. Между вторым и третьим этажем. عشان اسانسير مش شغال وامر جوه وكلب جوه واثنين امر محبوس ولا اسانسير؟ واثنين خليهم محبوسين حلال فيهم والله مزهقين الجماعه اصحابه لا وفي كلب كمان حتى بالبيبي اهم حاجه الكلب بيقول لك الاستاذ خالد امبارح كلمني الاستاذ خالد كلمني امبارح يعني بس ما هو ده 150 جنيه سوري ما هو ده منه 150 جنيه سوري Кто-то умер, что ли? Это штука, кстати, для омывания. Вот эта штука ее для омывания. Кто-то умер, наверное. Она же такая же, а не бабу. Их одна родная? Их одна? А, что будет, а вот. مش بس بقول ما تسجلش هو معاك على التليفون بقول ما تسجلش المفتاح الثاني فين اه كنت عمر الناس انا في المونتاج Да, Дэнь, ни на что не нажимайте, ни на что не нажимайте. Все, да. Я вам не страшно. Алло. Да, 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 он поднимается сейчас наверх. Я стою на третьем этаже. Не нажимайте ничего. Включи лампочку на телефоне. Да. А он поднялся на верхний этаж. Бобик не нассал еще? Хамгалля. Это Бобик такие звуки произносит? Сейчас сгорит асансир. Вы что, сгореть хотите, что ли? Не нажимайте ничего.
Не нажимайте никакие кнопки. Ну все нормально, выбралась. Здесь кто-то умер. Там стоит внизу вот эта штука, чтобы омывать тело. Я слышал, как кто-то плачет вечером. Вечером? Вчера? Вот эта штука, чтобы омывать тело. Бабушки Диана такая была. Слава богу, все выбрались. Ребят, сейчас пошли. Ну все, слава богу, все в порядке. Жарко сегодня, а я оделась, думаю, это какого. Нас немного внутри. Бобик уже знает, что ему подтяжки. Да, это тебе. Тебе. Это хорошо. Что это ему? Это тебе, да. Тебе накупили, да, тебе костей, тебе ты рад, тебе накупили, да, тебе ты рад. Ну все, все нормально, слава богу, всем.